Привіт, друзі! Як завжди по середах, ми працюємо в прямому ефірі і Рада національних товариств Миколаївської області сьогодні представляє поетесу, співачку, композитора, майстриню народної творчості, члена громадського об'єднання «Русіч», «Літо», «Золотий парус поезії» і «Стапель» Валентину Карпуніну. Друзі, ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас є бажання, час приєднуйтесь до нас, це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови – «Як творчість впливає на особистість». И Валентина Евгеньевна, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы приехали к нам в студию, чтобы поделиться теплом своего сердца и радостью своего творчества. Потому что, друзья мои, наша сегодняшняя гостья, она такой человек, который не может хранить в себе радость. Она готова эту радость отдавать вам. И чтобы этой радостью наполнялись и ваши сердца. Потому что радости сегодня как-то немножко не хватает, тем более осень. Но, Валентина Евгеньевна, вы и в осени видите красоту. Конечно. Осень просто превосходная. Она набивает вдохновение, она набивает такие строки лирические, которые вот действительно спасительные строки в этой жизни. Они перекрывают всю серость, всю обыденность. И наполняя жизнь теплом, светом. И вот, друзья мои, я хочу обратить ваше внимание, что у нас на столе лежат книги, в которых собраны произведения нашей сегодняшней гости Валентины Карпуниной. И, Валентина Евгеньевна, будьте добры, во всех этих сборниках есть и ваши стихотворения, и ваша проза, потому что вы не только пишете стихи, вы пишете и прозу. Так вот сейчас телезрители видят на своих экранах эти книги, в которых собраны ваши произведения. Чему больше вы отдаете предпочтение? Поэзии или все-таки прозе? Поэзии, да, больше. Ну, попробовала себя в прозе. Значит, вот международный такой конкурс был «Черная гора». Я написала прозу, тоже мое произведение вошло «Начищенные сапоги». И два стихотворения «Вышни» и книга тоже вот вошли мне вот эти сборнички. «Черная гора». А также мне просто посчастливилось участвовать в международном конкурсе «Октава», который проходил в городе Каневе, поэтически в таком сборничке «Октава», где вошли мои две песни авторские. Мне очень приятно. Вот. То есть на ваши стихи написана песня? Да. Или и музыка? Вы и композитор, да? Да, я вот пишу песни, музыку. И вошли в этот международный альманах «Октава». Мне это очень приятно, потому что я много песен пишу, и вот такой выход для меня, выход в свет, значит, эта песня «Увидит широкий мир», и для меня это большая радость. На украинском одна песня «Не плачь, моя душа», и так будет лучше. А мы сейчас... А знаете что, друзья мои, прежде чем мы продолжим нашу беседу, может быть, Валентина Евгеньевна, вы нам споете, чтобы вот, коль уже речь зашла о ваших песнях, и я хочу попросить нашего звукорежиссера Нелю Алексеевну Волову. Нелли Алексеевна, помогите нам, пожалуйста, наши гости, чтобы мы услышали, как поет Валентина Карпунина. Расположите звезды, сияя в серебре, пусть решится само собою. Мы не нашли, как шаль, равновесия в себе. Я за собой тихо дверь закрою. Так будет лучше, давай расстанемся с тобой. И круг любви мы разорвем на части. Как мотылек на свечку летела на любовь, попусту надеявшись на счастье. Друзья мои, мы прослушали маленький фрагмент песни, но просто формат нашего эфира не позволяет больше, потому что мы бы хотели еще, чтобы и Валентина Евгеньевна почитала свои стихи. Валентина Евгеньевна, но вы понимаете, вы все в одном. Вы поэтесса, вы писательница, вы и композитор, вы и исполнительница, вы и мастер народного творчества. Как это вы все в себе соединяете? Ну, очень просто для меня это выход, просто выход. И наполнение радости и тепло моей души. Это моя отдушина, можно сказать.
Вы пишете не только для взрослых, вы пишете и для детей. Да, да, для детей. И вот, значит, Тамара Николаевна Белоусова сказала, что выйдет моя книжечка с улыбкой детям в 18 году. Я буду очень рада поделиться своими стихами детскими, и чтобы детки читали. Я пишу на украинском, на русском языке. Вот такое стихотворение. Сонечко в небі яскраво сяє, і рідну землю теплом вітає, а соловейко співає дзвінко, десь у садочку грає сопілка. Весна, веснянко, усі радіють, люди у полі пшеницю сіють. Весна, веснянко, хай жита родить, нехай буяє все на городі. Робіть побільше добра у світі, щоб в добрі росли усі діти. Завжди шануйте свою родину і благословенну нашу Україну. Яка чудова мова лунає з ваших уст, шановна наша Валентина Євгенівна. Валентина Євгенівна, будьте добрі, є у вас ще стихотворення об осені? Зараз осіння пора, чарування. Но, ви знаєте, осінь, вона як-то навіває і созерцання чувства, но ще і якого-то, може бути, грусті, тому що, ну все, літо кончилось. И впереди зима, но есть осень, господа, есть да. Осень. Замечательная наша осень, которой посвящаем поэтические строки. Предрассветных лучах осень золотом расписала листву кистью тонкою, и повеяло спину мне холодом, и трава раскрошила соломкою. Небо серое, даль бесконечная, будет дождь, грусть плывет окончательно, осень строгая и бессердечная. И на диво она замечательна. А деревья грустят полусонные, паутинкою ветви закутаны. И по-прежнему небо бездонное, даль молочным туманом окутана. Осень дивная и превосходная. Золотая она, благородная. Да, сейчас стоит действительно дивная пора, когда все окутано золотом. Телезрители, вы, конечно, обратили внимание, да, что все мы в золоте. Ну, в принципе, мы богачи, потому что выйди на улицу, а там золото немерено. Да, немерено. Ноябрь в убегающих числах. Где же осень взять их взаймы? И в первых декабрьских письмах приметы спешащей зимы. Кристаллики льдинок несмелых и тонкость лучистых снегов. В оковах зимы огрубелые, земля спит под буйством ветров. И нравится всем эта снежность, и битое в лужах стекло, снежинок летающих нежность, пришедшей зимы ремесло. Поднимется стая воронья, спугнув любопытных сорок, качнутся застывшие кроны, спадет с них пуховый платок. Даже в ноябре, в этом суровом, не суровом, а таком несколько даже мрачноватом месяце, который называют сумерки года, вы видите красоту. Конечно, потому что Божья краса нам дана бесплатно, чтобы мы любовались ею и ценили ее. Ноябрь в технике сфумата сплошной туманности стоит, и неуютно, седовато, погода напросто хандрит, и снег просел, и давит серость, и затушевано сдали, и вяло опустилась ленность, туманы в город мой пришли, и контуры почти размыты, неясность образа уплывет, и тонкий лед вцепился в плиты, и он почти не растает, и кажется, что уже вечер, а мысли просятся в строке, прячутся в строке, а завтра будет день рассвечен в моем любимом городке. Да, осень, она не только славится своим золотом, но еще и славится простудами, потому что утром холодно, днем жарко, да. Вечером опять холодно. Поэтому, друзья, нужно хорошо одеваться. На что же надеялась я, забыв о погоде осенней? Остыл поцелуй сентября. Прошло бабье лето мгновеньем, скупой день не дарит тепло, а ветер злой дует мне в спину. Ушло бабье лето, ушло, взамен натянул паутину. А мысль по спирали назад в июльские дни возвращает. Янтарность кружит листопад, вернуться в октябрь заставляет. Упрямое время бежит по кругу, к весне приближая. И в этих мгновениях жизнь нас верой одной согревает. Надев в изумрудах колье зеленое длинное платье, надежду неся на крыле, весна встретит нежным объятием.
А что вы больше любите, Валентина Евгеньевна? Осень, зиму, лето, весну? Весну. 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 Она пробуждает, она заставляет... заставляет омолодиться как внутренне, так и внешне. И поэтому весна для меня – это самая лучшая пора. Но хотя я люблю и осень, как можно не любить золотую осень, и зиму нашу прекрасную. У погоды нет плохой, у природы нет плохой погоды, как говорится, и мы рады всему, то, что мы видим. Главное, чтобы заметить эту красоту, не пройти мимо, и каждый день посмотреть на небо, найти время на это, на облака, на небо, на деревья. Вы смотрите на небо? Конечно, я так много пишу о небе, стихотворений. Можно еще прочитать? Конечно, пожалуйста. Сад румянцем стыдливым залился, краски осени густо смешав. Ветер в листья со злостью вцепился, окончательно стыд потеряв. Пышный сад оказался раздетым, и осенняя грусть в нем плывет. О привычных туманных рассветах есть надежда, что солнце взойдет. И развеется грусть и печали, будем ждать с нетерпением весну. Голубые манящие дали улыбнуться весеннему дню. Вот как поддержка моих слов, что действительно мы ждем надежды, что каждый день весны ближе и ближе к нам. Не то, что впереди зима, а что каждый день мы каждый день приближает нас к весне. То есть вы сместили акценты. Да. Что не нужно грустить, а нужно... Да. В ожидании весны. Да. Пожалуйста, Валентина Евгеньевна. Еще не срок зиме вступать права, а осень набирает обороты, и станет седоватую трава, мороз сожмет недавние красоты. Готовится природа отдыхать, она к весне омолодится снова. Зиме должна природа усыпать, она без жалости. Зима сурова, стирает осень прежнюю красу. Природа постепенно замирает, она не переходит полосу. Листву слегка дыханием обжигает, а осень виновата смотрит след. Дыхание не в силах отогреть. Сколько прекрасных и таких дивных стихотворений у вас об осени, Валентина Евгеньевна. Да. А кто вы по натуре? Вы оптимист или вы больше созерцатель? Ой, наверное, на 50% того и того. Я стараюсь быть на оптимистических таких нотах и видеть только хорошее, писать только позитивное, чтобы людям было интересно, чтобы людям было радостно. Вот мова «Ридна» и слово «Ридна» вошло в мое такое стихотворение, можно прочитать наизусть то, что я помню. «От теплых слов растает глыба, и зазвенит в душе копель. Я жизни говорю спасибо». За каждый миг, за час, за день, за то, что красоту я вижу. Зимой и летом все одно, и только войны ненавижу. Наверное, так и быть должно, и не ищу путей легких. Напротив, трудности пройду. Людей таких я знаю многих, и больше их пути найду. И будет с кем мне поделиться, вдохнув тепло в холодный мир. Когда погода будет злиться, друзей я позову на пир и поделюсь кусочком хлеба. А тает лед от теплых слов, и попрошу тепла у неба, чтобы усилилась любовь. Да, все может победить любовь. Любовь. Чем доброта. Больше любви, тем меньше зла. Да. Тем больше доброты. Да. И нежность вот тоже. Нежность. Я очень люблю нежность. Пишу тоже много стихотворений о нежности. Окружила вдруг неизбежность. Нет душевных сил. Все иссякли. Дорогое лекарство – нежность, принимать каждый час по капле в очень маленькой упаковке, но на длительный срок хранения только любящим расфасовкам отпускается для примирения. Принимать его надо вместе, чтобы сердце боль позабыло, и хранить его в светлом месте для того, чтоб оно любило. Валентина Евгеньевна, а как вы полагаете, у вас все ваши стихотворения пронизаны нежностью, любовью, радостью. Эти стихотворения, они как бы, как глоток свежего воздуха в таком, ну, не всегда добром мире. Как вы полагаете, поэзия, в принципе, она ведь и призвана, и вообще вот когда творческие люди,
они ведь и призваны для того, чтобы гасить вот эти негативные моменты жизни. Конечно, и созидать. Вот именно вот своими стихотворениями подбадривать людей. Вот какое-то слово они найдут в себе, то, что в твоем стихотворении есть, и какую-то поддержку. Я вот со многими людьми разговариваю, читаем свои стихотворения, то, конечно, они остается у них такое теплое впечатление, они улыбаются. И это дорогого стоит, улыбка. Улыбка дорогого стоит. Но вообще вас можно назвать мастером слова, потому что вы и поэт, и писательница, и композитор. Понимаете, а слово – это, вот как в Библии написано, вначале было слово. То есть слово, оно имеет некую такую магическую силу. Слово можно как и убить, так и исцелить. Ваша творческая деятельность направлена именно на исцеление души. Ну а как известно, если душа, она выздоравливает, и она здорова, то тогда и телу легче, да, телезрители? Не в здоровом теле здоровый дух, а в здоровом духе и здоровое тело. Конечно, потому что слово очень много значит. Можно словом так ранить человека, так обидеть, что это будет просто и для себя это будет ударом, потому что зачем же человека делать больно? Поэтому... А вот как часто люди бросают друг другу какие-то обвинения, да, переходящие в оскорбления, в запале даже и чуть ли не проклинают друг друга, чтоб ты сдохнет, чтоб ты сдох и так далее. А как вот противостоять этому? Ну, если говорят, чтоб ты сдох, что им сказать? Я считаю, что верующие, мы же все православные люди, поэтому мы все верующие, и мы знаем, что это, нельзя говорить такие слова. Надо всем здравия желать. Даже врагам? Конечно. И любить, надо научиться любить врагов. Они не враги, они учителя по жизни. Кто? Враги, вот, учителя по жизни? Нам кажется, что не враги, а они являются учителями по жизни, чтобы мы знали, чтобы впредь не поступать так. Обжегся раз. Ну, допустим, на маленьких примерах. Ну, допустим, ты одолжил деньги какому-то человеку, он тебя не возвращает. Ты же не сможешь у него силы забрать. На следующий раз ты ему просто не одалживаешь. То есть учат нас, как поступать. Но проклинать не надо. Надо всем желать здравия, добра, радости, мира. И тогда наш мир станет теплее и добрее. Если мы сами начнем себя влаживать свою частичку души, начинать с себя. Вот что ты можешь? Ну, я так мало могу вот в этом мире. Вот я могу только стихи читать, писать. Это очень мало, это такой мизер. Ну, хоть что-то, и то уже приятнее. Ну, знаете, как каждый трудится на своем поставленном месте. Кто-то учительствует, кто-то начальствует, а кто-то и пишет. А как было бы пусто в этом мире, если конечно, бы не было поэтов, да, и писателей? Конечно. Поэтому очень хочется, и очень много людей любят поэзию, они читают, они с удовольствием слушают. Мы выступаем в библиотеках, читаем перед зрителями, перед детской аудиторией. Вот сейчас у нас будет презентация детского сборника, не взяла его, «Штапель детям». Мы будем Шура Кобирова и Тихоменко, мы будем проводить до библиотеки, значит, вот это, презентацию этого сборничка, будут детки, то уже мы подготовили загадочки, что мы будем им там читать, говорить. Но у вас же есть и стихи, которые адресованы детям непосредственно. Ну, конечно. Вы можете сделать такое одолжение? Ну, вот сейчас надо быстро вспомнить. «Тайной ночью наш барашек кудри вьет на карандашик, да и шерстку на груди крутит он на бегуди, ходит важно, весь в кудряшках, наш хорошенький барашек». Как коротко и как, да, здорово, так сходу и как ярко. Сходу не вспомнишь, очень много я детям посвящаю стихотворения. И также пьески тоже, пьески. А, вы пишете и пьески, вы, да, драматург, да? Ну, я не могу, я драматург, я не училась, но так получается. То в этом сборничке, который выйдет для детей, там будут эти пьески. И детки могут уже их разыгрывать по ролям. «Весна, осень». «Соловей, воробей, на зеленых ветках клена чистит перышки ворона». Дальше я так не помню. Вот такого направления. О том, что нельзя задаваться и нельзя ссориться, надо любить. «Белая и черная ворона» есть тоже такая сценка. Ну, то есть вот такое творчество у меня многогранное. Я последнее вот время сейчас пишу пейзажную лирику, также я любовную лирику пишу и
и гражданскую, и на все темы, конечно, и духовную. Духовную я очень люблю тему. Для меня это просто глоток воздуха. Вода жизни – живое слово. Я пить ее всегда готова из родника во славу Божью, чтоб свет нести по бездорожью. Вот такие вот четыре строки. Четыре строки, но какие ёмкие. Поэтому вот действительно мы призваны нести свет по бездорожью, вот раздаривать, рассыпать его, вот чтобы освещать темные углы этого мира холодного. Ну, иначе нельзя. Чтобы эту серость пробить лучом, нужно только так. У вас есть, и вы уже читали, если можно, еще стихи такие певучие, которые хочется слушать и слушать. Будьте добры. Пожалуйста. Я по жовтому житу іду на світанку. Спочивала в дитинстві у ньому не раз. Його золото я пам'ятаю із малку. Ой, ти житенько, жито, моїх спогадів час. Усі маки яскраві між ним червоніють. І волошки, забила, честь синєва, буйний вітер то житенько хвилями хилять. Моя пісня дівоча в серці співа. От заплющила очі і бачу стежину, бо саніж я йду по краю край села. У віночку стоїть дуже гарна дівчина. Моє жито, це ж я молодою була. А ще у вас є чудовий вірш про вишні. Почитаєте? Про вишні? Ну, от це я прочитала про маму. Гаї Петучі, я вже його читала. А я ще читала. Раз можна? Хорошо, конечно. Гаї Петучі пишні. Як серце в грудях б'ється, які у мами вишні, нема таких, здається, солодкі, соковиті, я їх би їла-їла, нема таких у світі, частує мама мила, от дякую Всевишній, душа красі відкрита, які у мами вишні, нема таких у світі, на білій скатертині рядками йдуть мережки, навколо квіти сині, і вишні, мов сережки, солодкі, соковиті, я їх би їла-їла, нема таких у світі, частує мама мила. Валентина Евгеньевна, вообще поэзия, как и проза, но все-таки, мне кажется, больше поэзия. Я думаю, что поэты со мной согласятся, которые нас сейчас смотрят и слушают. Поэзия, она может даже прозревать и грядущее, как вы полагаете? Вот иногда напишут стихотворение, а потом все исполняется. Конечно, это правда? Конечно. Открываются вот такие вот... Ну, как некие порталы в будущее открываются. Да, я уже не хочу на эту тему так акценты большие ставить, но это правда, это правда. И ты ничего не можешь с этим сделать. Ну, потому что как вот приходят стихи, они приходят, ну, вдохновение, муза приходит, и совершенно ниоткуда вот так вот идут строки. Я очень люблю и Шевченко, я очень люблю Есенина. Я им тоже посвящаю очень много строк. Вот Шевченко... Я живу сама на улице Шевченко и часто прохожу бульвар, где стоит его памятник. Я всегда прохожу и с теплом всегда смотрю на него. И вот такие строки родились просто вот мгновенно. Тарас Шевченко у бронзі стоїть, пронизує погляд століття. Його заповіт у серці звучить, минає хай наслухаліття. Живу на Шевченка, вулиці я, свій рідний район полюбляю. О, мій Миколаєве! Рідна земля, про тебе вірші я читаю. То есть вы занимаете еще и активную гражданскую позицию, Валентина Евгеньевна, конечно, да? Потому что... Да. Но судя по книгам, которые у нас здесь вот даже представлены, ваша творческая деятельность, она и многогранна, и, ну, как мы уже говорили, дорогие телезрители, в первую очередь наша гостья сегодняшняя, Валентина Евгеньевна Карпунина, она старается нести людям радость. Если сегодняшние стихи доставили вам хоть немного радости, то это было бы здорово. Валентина Евгеньевна, ну, будьте добры, и заключительное стихотворение в нашей сегодняшней симфонии. Вот утром, я сегодня написала утром стихотворение. В прямом эфире премьера, господа, премьера. В прямом эфире телеканала Николаев. Птица восход распластался над полусонной землей. Он изо всех сил старался ночь сдвинуть с места с собой. Нити лучи потянулись, соприкоснувшись с листвой.
птицы с восходом проснулись, связь разорвав с тишиной. Краски насыщеннее стали, заголубел небосвод, и растуманились дали, птицы распластан восход. Здорово. Спасибо, Валентина Евгеньевна, спасибо большое, что вы пришли к нам в студию и поделились своими такими замечательными стихами. Ну что ж, друзья, судя по последнему стихотворению, которое только что прозвучало и которое родилось сегодня утром у нашей гостьи, поэтессы и писательницы, и певицы Валентины Карпуниной, рассвет, он уже не то, что там скоро, господа, рассвет уже наступил, уже рассвело, и поэтому нечего переживать. Друзі, це була розмова на тему. На все добре.